Не играй ДМ, просто играй на фокусе, играй на себя. Не пытайся играть на команду, играй на себя, на свой скилл, типа. Развивайся просто. Ни тильту, ни... Не гони на тиммейтов, просто. Если въебал раунд, то, ну, рассуждай, как ты мог его выиграть, чё не так взял, чё умер и так далее. И ты рано или поздно спрогрессируешь.